Вядучыя трэнеры Беларусі праводзяць у Гомелі семінар для юных тэнісістаў. Мерапрыемства накіравана на падтрымку алімпійскага руху, масавае развіццё спорту, павышэнне ўзроўню майстэрства спартсменаў. У праграме лекцыі, практычныя заняткі з лепшымі педагогамі краіны. Вероніка Гамзюкова валодае падрабязнасцямі. На кортах Гомельского областного центра Олимпийского резерву по теннисе шматлюдно. Тут собрались спортсмены от 8 до 12 годов, их батьки и тренеры. Масштабный семинар ладят представники Национальной академии тенниса. У программы лекции о психологических аспектах подрыхтовки юных спортсменов, особливостях харчевания и фармакологичной поддержки. Практичные занятки и мастер-класс для детей проводят тренеры Алексей Никулин, Александр Буры и Максим Лынша. Мы делаем очень большое дело, мы везем что-то новое, что-то практически значимое для детей, которые занимаются теннисом. Ну и любое, в общем-то, общение позволяет совершенствоваться, позволяет двигаться вперед и позволяет продвигать наш теннис на более высокий уровень. Гомельская школа является лидером в Республике Беларусь, одна из лучших спортивных школ. Работа построена на должном уровне, есть хороший резерв. Главное, конечно, общими усилиями довести до тех результатов, которые бы были значимы. Ранее спортсмены регионалы, которые хотели расти в профессийном плане, часто переезжали в столицу. Там и инфраструктура лепш, и тренеры больше опытные. Ситуация в нашей области начала изменяться в середине 2000-х. В 2007 году у Гомеля появился сучасный центр Олимпийского резерва, где юные спортсмены могут отточивать свои навыки. Представники Национальной академии отмечают, что сегодня Гомельская теннисная школа – одна из лепших в Украине и соступает только Минску. Детей знают не только на республиканском, но и на международном уровне. Буквально недавно на базе нашего учреждения было доверено прохождение очень серьезного официального соревнования. Это Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь, где наша команда заняла второе место. Это, поверьте, очень высоко. В том году мы заняли первое место в Республике, в Минске, на первенстве специализированных учебно-спортивных учреждений, то есть детских и юношеских спортивных школ, что тоже является очень серьезным нашим показателем. У ГАЦАР дети приходят у 6-годовом узросте. Зараз у отделения великого тенниса занимается амаль 250 человек. У гэтыя дни ведется набор у группы початкоўцаў. Подробности можно найти на сайте центра. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».